И всем здорово, пацаны. Сегодня у нас будет новое, ну, точнее, не новое, а продолжение Getting Over It. Давайте-ка продолжим. Как вы знаете, мы очутились в самом начале в прошлом видео, потому что я немножечко тупанул. Давайте-ка продолжим играть. Сейчас, если я, конечно, смогу. Так. Я со вчерашнего ролика немножечко вспомнил, как это играть. Так, но походу дела я за один день все подзабыл. Так, значит, сейчас, подождите. Будем играть почти без пауз, чтобы вы все смотрели, самые смешные моменты там не пропустили. Почти, потому что я могу ненадолго отойти, но я оставлю персонажа таким же, как в таком же положении, короче, как он и был. Так. Нет! Ой, ну что там под текстурами, что ли? Стаканчик кофе. Он под текстурами застрял, стаканчик кофе, походу. Да, там текстуры. Ай! Мэри Пикфорд. Или как он называется? Мэри Пикфорд. Короче, у нас стаканчик забагался. Жалко стаканчик. Теперь он такой на всю игру. Кстати, да, будет продолжение. Пока мы не пройдем игру, игра не закончится. Ну, точнее, простите, я не то хотел сказать. Пока мы не пройдем игру, части будут появляться. Спасибо за такую подбадривающую музыку. Чё ты на меня смотришь, а? Ты мне это говоришь? А, это не он вообще. Да куда? Хватит на меня смотреть. Я что тебе сделал-то? Ладно, я не умею петь. Ура! Я так удачно встал. Теперь главное не тупануть. Ура! Нет, 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 нет! Вот зачем под этими камнями вот такой вот проход вот сделали, вот объясните. Чтобы нам было сложнее пробираться, да? Да, автор? Да, автор? Да, Ваня, да. Чтобы ваши нервы пощекотать. Ой, прости. Перебил чувачка. Йонаш заругался на меня или не ругался? Какой это вообще язык, пожалуйста, скажите? Может, вообще знаете этот язык или разговариваете вообще на нем? Так, если что, я попробую сделать субтитры английского языка, чтобы меня смотрели не только. Нет, да зачем я так сделал? Это уже я виноват. Ой, ой, я.
Так, идет хорошо пока что. Пока что. Что ты смеешься? Если я сейчас опять упаду... Мужик, да ты серьезно? Да мужик, ну... Да не... Да ладно, мужик. Мы с тобой это сделали. Да нет! А вот это вот сейчас точно не я. Это игра забаговалась. Мужик, ты в курсе то, что ты привидение? Ты сквозь стену проходишь. Ты чё ты творишь? Чё ты творишь? Неужели ты просто не можешь... Так он... Музыка из лифта, ё-ма. Ну, похоже. Так он... Как тебя зовут, мужик, вообще, а? Напишите в комментариях. Давайте придумаем ему имя. Я хочу придумать ему имя. Никто этого не делал, а я сделаю. Напишите в комментариях, какое имя у него будет. Да куда ты? Мужик, короче, сам не знает, что делает. Вот ты издеваешься, да? Да куда ты? Да ты нормально можешь? Давай, давай. Кстати, да, на этот раз я постараюсь сделать нормальный монтаж. Потому что я постараюсь скачать наконец-то программу для монтажа. И... Ура! Победа! И это... Сделать смешно. Ну, постараюсь, короче, нормальную программу для монтажа скачать какую-нибудь. Чтобы эффектики там всякие добавлять. Да куда ты, мужик? Да ладно. Если ты сейчас опять свалишься, то я больше не буду проходить. Окей? Да, окей, Ваня. Поставьте лайк, чтобы все-таки я дальше проходил, если я свалюсь. Пожалуйста. Да не надо! Спасибо! Спасибо, мужичок! Спасибо! То, что не сделал ничего такого. Я, кстати, знаете, что только что увидел? Да зачем? Сделай сейчас нормально, прошу. Да, нет, не так. И не так. Да мужик, ну... Да куда-то? Я перезашел в игру. Я просто не могу вас оставить без прохождения этой игры. Потому что все мои 7 подписчиков любят игры. Да ладно, стаканчик. А что, стаканчик он ресетается? Ой, ресетается. Респаунится. Нет! 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 Знаете что? Вот
у меня такое чувство, как будто нужно, знаете, что сделать? Нужно какой-нибудь мем включить. Примерно вот такой. Тут должна быть вот такая музыка. Просто слушайте. Сейчас, подождите. Ну, короче, вы поняли. Это игра для того, чтобы троллить игроков, которые играют в нее. Потому что... Ай, ну я думаю, вы сами все видите. Ну, по крайней мере, все те, кто смотрит мои ролики. Потому что я же не только для подписчиков снимаю. Я и для всех снимаю. Вон у меня на некоторых видео по 36 подписчиков. Ой, просмотров. А подписчиков всего 7. Ну ладно уж. Зато хотя бы некоторым это нравится. У меня, я помню, на одном видео там, когда я в Рэгдолл играл. Мне, я помню, там было этот. Как там? У меня, я помню, там 24, то ли сколько там просмотров. Ну, короче, 6 лайков. Это самое залайканное видео. Хоть и больше всего, хоть и там 24 или сколько, не помню. Хоть и на самом популярном видео с 36 просмотрами. Это, если что, главный админ. Точнее, не главный админ, а этот. Короче, бесплатный админ режим в Роблоксе. Там у меня 3 лайка. То есть из 36 человек 3 поставили лайк. Ура, наконец-то я сюда добрался. Ну давай нормально, ну прошу, ну давай нормально, но я не хочу падать. Ура, я это сделал. Если я сейчас опять упаду через тот камень, то поверь мне. А, ну да, нам же нужно к мусорке сначала пойти. Давай, мужик, прошу, не упади. Давай, нормально. Спускай вниз. Потихонечку. Давай, да. Да, вот так. Все, прыгай. Красавчик. Спасибо тебе, мужик. Реально, пожалуйста, напишите в комментариях, как назвать этого парня, мужика. Просто мне уже надоело на него говорить, мужик. Ну давай, нормально. Хеликоптер. Не такой хеликоптер, прошу. Не такой. Не надо мне такой хеликоптер. Я, короче, придумал идею, как сюда вот залезть, на эту красную. А что это красное? На эту красную фигню. Хыв. Блин. Надеюсь, у меня там запись идет. Сейчас, подождите. На этом месте мы, короче, закончим. Потому что у меня осталось 30 секунд. Поэтому всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. У-ху!